Реализация в регионах стратегии развития государственной политики в отношении казачества находится на постоянном контроле Особого совета при президенте Российской Федерации. В данной стратегии одним из наиболее важных общественно-государственных задач является привлечение казахов к государственной и иной службе, охрана ими общественного порядка, а также сохранение и развитие самобытной культуры казачества. В регионе казаки принимают активное участие в охране порядка. Около 400 членов казачьих обществ, внесенных в реестр народных дружин, вместе с полицейскими патрулируют улицы и следят за порядком при проведении праздников. На территории Брянской области нашим реестровым казачеством организовано 5 казачьих дружин. Это в городе Брянске в количестве 22 человек, в Карачеве, в Жуковке, в Дубровке и в Дядькове. Однако пока остается открытым вопрос о страховании жизни и здоровья казаков, охраняющих порядок. С этим аспектом в ближайшее время должны разобраться власти. На совете говорили и о сохранении казачьей культуры. В начале августа в областном центре пройдет 4-й фестиваль «Брянская станица». Ожидаются гости из соседних регионов и государств. Деньги, которые будут использованы, они получены по гранту. Спасибо губернатору Брянской области, который бы выиграли грант на проведение этой «Брянской станицы». Я думаю, что будет очень замечательный праздник. Приглашаем всех жителей Брянщины и гостей. На заседании также наградили памятной медалью 75 лет освобождения Брянской области атаманов, тех, кто внес существенный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Артемий Маркелов, Анатолий Чекрыгин, «События Брянск».